Итак, ну что же, друзья, сейчас готовятся следующие пара бойцов, а именно Иван Хрулев и Вахтанг Хургани. Одного из парней все уже знают, да, Вахтанга. На самом деле, это очень неожиданный бой, в плане чего. Парни сами вышли на нас, обычно как происходит? Все бойцы регистрируются, да, мы находим друг другу парней, которые похожи, да, по опыту, по телосложению. Вот, а здесь инициатива была от них. Они сами позвонили, они сами сказали о том, что хотят бой. То есть у них возникла какая-то ситуация. Я не углублялся, нам это не нужно. Мы за чистый и спорт, но ситуация какая-то есть. Поэтому, но знаете, что главное? Стрелка дает возможность решать спорные моменты не где-то за углом, а именно здесь, на ваших глазах, здесь, в ринге Стрелки. Поаплодируем парням! Представляю ваше внимание шестую пару бойцов. В синий угол ринга приглашается Иван Хрулев! Ему 25 лет, его вес 95 килограммов, его рост 184 сантиметра, ID бойца 32892. Аплодисменты бойцу! Его оппонент в сегодняшнем поединке всем известный, встречайте, Вахтанг Хургани! Ему 30 лет, его вес 87 килограммов, его рост 187 сантиметров. Айди бойца 16! Аплодисменты бойцу! Итак, здесь, наверное, подойду сначала к тебе. Но представься, у нас очень много лиц. Представься, расскажи немного о себе, как ты, почему у нас. Мне 30 лет, я выступаю уже с первой стрелкой, которая проходила в Нижнем Новгороде. Почему я начал выступать? Ну, потому что драться люблю, наверное. Не умею, но люблю. Оппонент выказал свое желание выступить против меня, это его желание. Я не мог его не принять. Как говорилось в мультике «Котенок по имени Гав», да? Зачем ты идешь туда? Там же тебя ждут неприятности. Они же ждут. Вот. Поэтому давайте покажем красивый и красочный бой. А вы светлый бойцу. И, кстати, ну здесь уже мы менять кличку не будем, да? Перси! Очень интересно. Давай, представьте, пожалуйста, кто ты, откуда, почему сегодня с нами? Иван меня зовут, вообще родом из Дзержинска, но живу сейчас уже в Нижнем Новгороде. 25 лет мне. Как-то сидели просто на работе, и Вахтанг хвастался своим боем, очередным на стрелке. Я думаю, а чего он один хвастается над мне? И вот я тут. Как ты уже в курсе, да? У каждого есть клички. Есть ли кличка какая-то у тебя? Мне уже вот придумали буквально полчаса назад, Драго моя кличка будет. Ох, смотрите, как жестко, Драго. Но раз уже придумали, мы не претендуем. Драго против Персика! Ждем! Друзья, в них почти по 100 килограммов. Не забываем приветствовать, аплодировать все действия, которые будут проходить внутри ринга. Давай, Вахтанг. Боец готов? Боец готов? Финальный бой, друзья! Поддержим! И в этом бою удушающим приемом
Победу одержал боец из красного угла ринга! Вахтанг Мерсин Гоганин! Ну что? Подожди, Ваня, рано. Итак, ну что, Драга, давай рассказывай эмоции, какие у тебя сейчас. Да вообще отличные, на самом деле. Ну, песочек, первый раз я вышел маленький, что-то неправильно по тактике увидел, просто. Так, в следующий раз приду на реванш, по-любому еще делать. Ну все, тогда уже одна пара у нас есть на следующем турнире. В любом случае, Ваня в первый раз вышел, вы сами знаете. Просто выйти сюда, это уже огромное мужество, да? Давайте поаплодируем. Ваня, спасибо тебе большое. Мы обязательно будем ждать тебя снова. Ну давай, Вахтанг, рассказывай, теперь ты делись. Вот, ну знаешь, вот такая улыбка у тебя была, вот не как обычно даже. Вот ты обычно победишь, но улыбаешься, да, а вот раз прям, она как будто вдвойне улыбчивее твоя улыбка. Да, это просто мое мнение. Давай, поделись, пожалуйста, эмоциями. Ну, здесь, наверное, было определенное дело принципа победить. Здесь и сделать это как-то ярко и быстро, и красочно. И, в принципе, я сделал то, что я хотел. Ну, не все получилось то, что хотелось. Хотелось его вырубить с ноги, но нога как-то неудачно прилетела, она прилетела на неудачно. А тебе, на самом деле, был, я так понял, вызов, правильно? Он говорит, реванш хочу. Принимаешь ли ты? Я ведь от вызовов не отказываюсь. Все, отлично, вызов принят. Аплодисменты. Победитель Вахтанг Гоганин.